Эй, куда ты идешь? Давай подвезу. Ну? А меня спросить не хочешь? Твой парень? Это мой знакомый. Почему ты повсюду? Эй, парниш, ты довольно симпатичный. Но если бы был еще и умный, то свалил бы уже. Ты никуда ее не поведешь, понял? Я просто хотел подвезти ее до дома. Эй, вы двое. Я сама решаю, куда мне идти, хорошо? Ты хочешь взять меня с собой? Да. Идем со мной. Это тренировочная площадка, где мы не побеспокоим других. Видишь вон ту стену? 120 ярдов. Давайте посмотрим, кто сможет затормозить ближе к ней. Если ты выиграешь, я пойду с тобой. Ха, значит, нравится азарт, как и мне. Ты осмелишься? Я пойду первый. Эй, Дзянин, ты шутишь? Это опасно. Ты мне не доверяешь? Подержи. Ну чё, погнали? Еще не поздно признать свое поражение. Рекомендую пристегнуться. Я не боюсь. Ой, да ладно, ладно. Ну? Осторожно! Моя машина! Неплохо, да? Ага. Так-то лучше. Прости, прости! Я был неправ, я не должен был к тебе приставать. Пожалуйста, прости. Машина хорошая, но владелец слабак. Спасибо. А что мне сделать, чтобы взять тебя с собой? Что ты имеешь в виду? Это было довольно забавно. А со мной сыграешь? Меня это не интересует. Боишься проиграть?